Не у всех осадков есть свой персональный праздник. В воскресенье Иваново вместе со всей страной отметила День снега. Народные гуляния прошли в парке Степаново. Виновника торжества здесь хоть отбавляй. Некто не подвел себя, День снега оправдал, но нам пришлось расчищать, то есть трудозатраты у нас увеличились. Поэтому вот здесь на семейных стартах немножко задержали старт, потому что это сгребали чуть-чуть. А так все хорошо. Однако снегопад не стал препятствием к празднованию Дня снега. Скорее наоборот, в зимней эстафете приняли участие около 200 семей и 60 команд дошколят. Малыши соревновались в метании валенка, ходьбе на одной лыже, ведении шайбы клюшкой, катании снежного кома, коим служила настоящая большая бочка. Я готовилась очень долго. Я очень старалась не подвести свою команду. Нам нужно было на скорость быстрее другой команды, и мы очень старались, но у нас вышла ошибка, мы случайно вот закатили вот сюда. В семейной эстафете задачи похожие. Вначале папа везет жену и ребенка на ватрушке или на корыте. Потом все вместе сбивают валенком конус и едут на одной лыже. Не без падений, но справились все. Было все легко, мы участвовали первый раз. Все понравилось, все было хорошо, что-то не получилось. Но в следующем году у нас все получится, да? Всего в этот день, по подсчетам организаторов мероприятия, в парке Степаново посетили около 2000 человек. А это значит, что у горожан появился еще один любимый зимний праздник. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.